Всем привет, друзья, меня зовут... Чё? Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? В земле. И мы, короче, продолжаем. Просто Гавр меня зовут. И мы, короче, продолжаем Horizon Zero Dawn. Наш давнейший этот Horizon. Таймер врубаю. И, короче, мы там остановились, я уже херово помню, 4 месяца назад снимали его. И, короче, наконец-то мы его снимаем дальше, потихоньку вроде двигаемся, и это... Мы остановились там, когда мы свалились, раз, по-моему, уже погиб, я не знаю, погиб он нет, но я думаю, что он погиб, вроде так все было показано эпично, он улетел с горы, она тоже там полетела вместе с ним, он ее спас. И теперь нам, короче, надо это... Куда-то идти... Надо найдите свой визор. И, короче, шагаем. Он говорит, кат-сцена. Моя одежда, хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Визор, телевизор нашли? Я внутри священной горы, но сюда же пускают только матриархов. Да. Я не вижу тут своего лука и поврежденного визора, который сняла с того убийцы. А где лук наш этот? Может, где-то здесь наш лук? Я хер знаю, где это твой лук. Мне надо сказать, где твой лук. Это мы здесь лежали. Надо еще поискать. Может, где-то здесь наш лук? Нет у нас здесь лука. Здесь я его не найду. Да погоди, не бубни, я сам хочу побубнить. Смотри, вот, короче, это... Мышку новую взял, беспроводную, не шибко дорогая такая вообще. Вот. Вроде ничего, работает, короче. Мне пора идти. Вот. Недорогая такая, понты колотить не перед кем. Так что нормально играет, все беспроводная. Это я так вам просто не похвастался, а так рассказал. Чипок. Я поймала какой-то сигнал. Какой? Где лук-то мой? Вот он. И остальные мои вещи. Заберите. Еще один визор. Что ты мне покажешь? Замкнул он нахрен все. Всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Ушлепок это. Вот изображение цели. Не подведите. Гнида эта злая, точно. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Меня видели через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее, я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня, это ясно? А это откуда? И кто? Да нас тут вообще просекли, походу. Схоже 99% ДНК. Ты моя попали. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой.
Чё тут пахнет? Наебал. Сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Ну пойдем, давай шагай быстрее. Идешь как этот, что у тебя, шматье тяжелое, что ли? Нельзя так что. О, выход. Зачем я здесь? Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери — великая милость. Так мы там Моя упали. Она была, конечно, против, но Джеза меня поддержала. Мы упали жестко. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Хорошо, хорошо, идем. Бубнит шпакляк. Ну, взламывай давай дверь. Она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина. А мужчина, что ли? Твоя мать сама гора. А, я думаю, мужчина родила. Что? О чем вы говорите? Идем. Какую фигню несешь, бабуля? Фига, что тут? Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие... Как Лензер, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, да. А проклятие. Чудновато ты. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди. Моя мать. Сейчас что-нибудь будет, но что-то он краснеет. Проводится опознание. Сканирование. Глаз богини. Это женщина. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет, в доступе отказано. Нет, нет. Открывай дверь, нам с ноги прям бохом. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Проигнорил. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но может есть другой след? Какой? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать.
Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Жаль, меня выгоняют. Ну, мы изгнанники, мы бродяги, мы изгои, мы вообще все. Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. И как же так вышло? Куда убийцы идти, бабушка? Были не одни. Они как-то подчинили себя машине, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. Ты будешь 100 лет теперь в гору идти. А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Да? Ну то шевели поршнями быстрее. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Это грязь или плита? Даже следы оставляет. Фига, ты что, шибко тяжелая, что ли, бабка? Да, стопоришь ты здорово. С ручника снимись. Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит так надо. Избрать искателем — это отродье. Ой, какая ты вредная, иди нахрен, рогатая. Не спорь, Лензра. Хоть сейчас. Да выгони ее вообще. Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается. Как она меня бесит. Унижает постоянно. Пиндаля бы ей дал, чтобы она слетела в эту пещеру. Че, давай дальше. Ну, это нормальные ребята. Да? Элой, священной милостью богини мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Давай. Отправляйте меня уже быстрее отсюда. Уже устал с вами нянчиться. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты, а это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Я могу идти куда хочу, мне пора убить. Я могу идти куда хочу? Без ограничений? Да, без лимита. Даже в запретные места, в грязные земли, укрытые от взора богини. Или руины железного мира. Ясно. Грязные земли, что это такое? Почему земли, куда не ходит Нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение искателя тебя защитит. А что за железный мир? Почему нельзя ходить к руинам железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа их построили. Ты же сказал, куда хочешь идти когда можешь. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Я везде был. Но мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Ну, сумею.
Говорит, иди, говорит, куда хочешь, в итоге не иди, говорит, в железные места. Ну, я понял. Иди нахер. Другие искатели. Были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. А что ты так подозрительно отвечаешь? Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Раст. Что вы сделали с телом Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Так, а что мне еще могу сделать? Убийца? Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное — исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи — помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Побочные задания, да? Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Все, я пошел. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Пусть хранит тебя Великая Мать, дитя. Аж спать захотел так от ваших долгих разговоров, блин. А что, наверное, какие-то задания накидали, да? Основные утроба, активные утроба. А, основные утроба. Побочные нету, да? Дел нету, не исследованное. Ну, обучающие задания? Нитимет, обучение высокоточного лука. А чем мне тут обучаться? Я вроде умею. Здорово! Хеллоу! Чудо, что ты вы. Мы примкнем к ним в песне. Да. Я жила в глуши какое-то время. Ну, мне не интересно, где ты жила. Я жил вообще... Она все-таки выжила. Конечно, выжил. Че уже? Что она сражалась? Она многих спасла. Повезло нам с ней. О. Хоть хорошие отзывы пошли. Это я беру дорогу. Бубнить не устала? Я лично устал. Че, давай? Подхилиться надо? А хилиться как, я забыл? Зафигарил в макушку. Извини, чувак, я соберу. Откройте врата. Ой. Поговори с новым вождем Рэшем. Он на стене. Врата открой мне, слышь, чудик. Я вообще-то камень пришел собрать. Как мне вылечиться? А о, Кью. Схавал. Яви нам свою волю, богиня. Элой! Девчонка из Зои. Элой! Где? Тед? Не бойся, хвала Великой Матери. Ты говорят, жива. Я жив. Вроде демон. Чё, о. Чёрная тварь касанием сводит машины с ума. Нет свободного места. Вообще-то мне это. Прорвался сквозь врата объятий. А как мне освободить место? Варл и его стражи пытались его задержать, но демон силен и пропал. Кто орёт? Ты орёшь? Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. И ты носишь тунику, которую я для тебя шил. Я польщен. От души. Что за слухи? А какие слухи ходили? Что тебя ранили. И ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но...
но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Ну так. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валой. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Элой. Он спас тебе жизнь. Ну да, так и выходит. Так, что ты здесь делаешь? Что за врата? Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Да, да, да. Мне нужно пройти. У меня задача. Тогда обратись к Крэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Там опасно? Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско. Но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Да мы разберемся. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Че за Рэш? Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Сона, да что тут, сколько этих вариантов? Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Хорошая. Это точно. А, это та, по-моему, Вала. Это когда это, типа шконку делили там вместе. Ну, это кровать, да, все. Ну, это когда там она принял, типа, только подружился в этом лагере со мной. Все, я понял. Да, нормальная была. Так, а что надо? Почему у тебя лук и копье, Тэп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Ну все, я пошел. Давай. Мне пора идти, так. Храни тебя, богиня. Тебя также. Мне тут кое-что собрать надо. Сейчас тут лекарство собираю с деревяшками. Нормально. Хрена тут богатых ресурсов. А ты кто? Еще какой-то чемоданчик. Все собрал. Вы тут игра бродить. Бродить, ходить, чё? Чё тут, чё угодно, да? Ходишь, бродишь. Так, мне надо к этому дозорному чуваку. Как к нему зайти? По лесенке. Опа! Хрена она бегает. Здорово! Откройте врата. Псина бородатая. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня назвали искателем. Меня выбрали искателем. Открывайте. Тебя искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Как ты бесишь, сука, я бы тебе сам в табло дал. Сперва допустили безродную до святого обряда. Пес. А потом даже притащили внутрь священной горы. Хрипатый пес. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. Ты никто. Ты порочь честь погибших. О, в натуре, давай повежливее. А где был ты, когда этих детей убивали? Когда гибли воины? Сторожил тут врата? Я вождь Нора, а это дозор матери. Верховные матриархи избрали меня искателем. Открой врата, не то мне придется пролить твою кровь. Понял.
Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Очканул. Че это ты? Что это? О, сейчас кто-нибудь нападет, да? О, зараза. Динозавры. Че, еще какой-то босс? Нихера. Трансформер. Тревога! Вот это очко подсело у чувака. Хрена он глушит других этих роботов. А, он их захватывает. Великая мать, что он с ними делает? Не пробили. Оружие! Ну похрен, он сейчас ворота все снесет вместе с нами. Стадо баранов бежит. Ни хрена себе. Иди нахрен, козлина. Убейте! Убейте! Петушара. Давай, пошли мочиться уже, устал сидеть, Катсеныч. Давай, чё, где? А чё делать? Убейте демона зараженной машины. Да сейчас ему ворота открою, всё нам. Да? Потолкаемся. А где убивать? Надо ждать, что? Атаку! Мочи! Сейчас забодаю. Давай! Псы! Сейчас меня сольют, короче, я понял. Что он делает, пес? Долбоящер. Какая-то херня заражается. Стой, я тебя с лука расстреляю. Да я, блин, я привык к этому. Вон он показывает, не замахнуть, блядь. Тут стрит кувыркаться, а я на пробел же. Непривычно. Бляха. Да иди нахрен, псина. Сороконожка дырявая. Он еще и стрелять какими-то дротами. Бля, как же неудобно, сука. Просто неудобно, отвечаю. Это тупое управление вообще. Пес. Долбаный сороконожка. Козлина. Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот это... Может, я тоже научусь подчинять их? Она соединяется с визором. Синхронизация. Так и я могу. Ну, попробуем. Если это прикрутить, держится вроде. Проверим. Все, все роботы. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона, вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Ну сейчас будут. Точно. Все бегунки мои. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш не болтал. Спасибо, Теп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Спасибо, друг. Уважуха. Надеюсь, мы еще увидимся. Нужно починить врата немедленно. Мне все равно, как вы это сделаете. Мне надо? Приступайте. Изготовить не. Улучшенная сумка. Стрелу надо счернуть. Накрутить. Мешок и так уже набит.
Да? Ну, сейчас будет... Открывай мне ворота, пил. А, их вышибли, ё-моё. Вот я... Так. Чё, видаль, как надо? Демонов мочить. Надо найти машину и опробовать на ней этот перехватчик. Так, сейчас сохранимся чуть-чуть, да? Всё, быстро. Здорово, ты кто? Барыга, что ли? А. Так, что надо сделать? Опробуйте перехватчик на машине. Перехватите управление над бегуном. Сейчас перехватим. Ро! Я твоя сестра! Алара! Где? Ищу задание. Далеко? А-а. Блин, ну в натуре тут просто бегаешь. До хрена заданий. Не хочу я их сейчас выполнять, ваши побочные задания. Я еще пойду по сюжету. Сейчас туда сходим. Бегунов приютим. А, это место бегунов же, точно. Зона обитания бегунов, да, или как? Перехватчик на машине. О, сейчас растительность соберем наш. Так. Сейчас. Мне кажется, красивая графика в этой игре все-таки. Прикольно. Че, попробовать? Бегуны. Так. Можно опробовать на них перехватить. Перехвати управление над бегуном, его можно седлать. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Бегуны, нажмите Е. Рискнем. Че, а куда ты ему в жопу, что ли, втыкаешь? Удерживайте. О, перепрограммировал. Здорово, че, поехали. Поехали, нах, поехали. Вот так. О! Молодец. Вот это другое дело. Вперед, плотва. На! Ох. Дай мне такую лошадку на работу ездить будет. Лучше, чем пешком. Ну. Вон она. Вот это четко. Надо опробовать перехватить, но других уже может бой. Осторожней! Врата разбиты. Давайте ближе. Ближе! Сейчас я тут приеду. О, пацаны, вы что тут? Еще один чувачок. Такой же, походу. Здорово. Закончил уже? Ты Варл, значит? Мне показалось. Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? На плотве приехал. Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Спасибо, братан, я тоже от души. Сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. Столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Да, надоели уже, да. Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. А, иди на север, Венец Матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Ну, все, если понял. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Опасность за пределы? Сейчас давай расспросим, надо же знать нам все. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах, выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Конкретных. Инициация, что там? Кто сказал, что я прошла инициацию? Слухи. Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне
Очень жаль. Не очень жаль, братан, да. Я с ней сочувствую. Она хорошая. Как игрок. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Так, нападение на засады. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись. А наши потери были огромные. Так, а что ты про вождя балякал, что-то? Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась. Собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвезти раненых в объятия. И тоже стеречь надо. Врата. Стеречь объятия. До последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Она моя мать. А, ну понятно, все решает, что. Ну ладно, мне пора. Касс-сцены здесь очень долгие. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в Венец Матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив Жажды Беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Поможем, поможем. Ты, чувак, такой нормальный, путевый. Поможем найти твою сумму. Выберите меню инструменты, вызов машин, нажатие Z. По следам вождя. Так, мы будем задания выполнять по следам. Да, это у нас основные, побочные, да? В общем, в следующей серии мы найдем ее. И пора нам заканчивать. Ссылка на описание под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, ребятушки. И до новых выпусков. Постараемся проходить нашу дальнейшую игрушку. Всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока.